Вот на этой сосне живица много сочится. Сера. Вот она. Прям много на ней. На сосенке этой. Но она заживила себе раны. У нее были ранки, да. Видно, что прям затянулись. Жвачка, конечно, и живица шикарная. Бактерицидная. Я вот жую, хожу. Пожевываю. Вот она, жвачка. Хорошая такая, приятная, ароматная. Лучше, наверное, жвачки-то и нет на свете. Березовая, да вот живица. Янтарь такой прям. Красота какая. Солнышко блестит. Здесь ее много. Мы мазь варили из живицы, еще только не делали. Ну, полезная. Она трещинки, микротрещинки заполняет во рту, в зубах. Потом еда не проникает туда. Бактерицидные свойства, эфирные масла, тут все дела. Можно сделать себе просто ароматизатор. Сколыпнуть, например. Дома на блюдечко с водой, с теплой поставить, например, там на подоконник, на солнышко. И она будет это аромат такой давать. Вот янтарь, прям янтарь. Янтарь. Ухо фокусирует. Янтарчик такой. Особое внимание надо живице уделить. Ну, я так по пути пожевываю ее, посасываю, рассасываю просто во рту. Хорошая штука, шикарная. Дары природы. Как она, конечно. Она, конечно, себя сама просто лечит, сосна. Ну, и нам перепадает. Спасибо тебе, сосна, благодарю тебя. Прости, что ранку твою колупаем, еще, блин, тут лезем. Скажи, я только заживила, тут все ковыряют меня.